Всем салам алейкум. Мы с Ёрчиком сделали видео поздравления для нашего брата Адама. Во-первых, мы хотим пожелать тебе крепкого здоровья, чтобы ты поскорее увидел своих близких и нашел себе вторую половинку. Еще хотим сказать тебе спасибо за то, что благодаря тебе многие братья сейчас познакомились и дружат по сей день. А сейчас мы покажем вам поздравления других братьев. Ждем кастомки, уцы кастомки. Лахмаст Ханский, поздравляю тебя с днем рождения, искренне желаю тебе крепкого здоровья, стойкости, желаю, чтобы тебя всегда окружали такие же достойные мужчины, как ты. Твои желания, мои пожеланиства. Адам, брат мой, сегодня в твой день хочу поздравить тебя с твоим днем рождения и пожелать тебе и твоим близким крепкого здоровья и успеха во всем, также верных и искренних друзей рядом. Всем ассаламу алейкум, лахма, старший брат, поздравляю тебя с твоим днем рождения, желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, самое главное, остальное все, приходящее, уходящее. Лахма, ассаламу алейкум, старший брат, поздравляю тебя с днем рождения, отцы, ты достойный сын своего достойного отца, лучше не перебив, брат, иншаллах. Что было в Вегасе, останется в Вегасе. Ассаламу алейкум, Адам. Я хочу тебя, брат, поздравить. Пожелать тебе крепкого здоровья, крепкого имана. Чтобы рядом с тобой всегда находились верные братья, которые помогут тебе в любой твоей жизненной ситуации. Ну и, брат, нормальную работу тоже найти неплохо будет. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно.